Ну, начнем выпуск сообщений из Нальчика, где был застрелен главврач республиканской клинической больницы. Убийство произошло в его собственном доме. Подробности пока не сообщаются. Как передают агентство, 50-летний Хадис Батаев возглавил ведущее медицинское учреждение Кабардино-Балкарии в этом году, а ранее 15 лет руководил одной из городских больниц столицы республики. Недавно был избран депутатом регионального парламента. Отрабатываются все версии, включая связанную с его профессиональной деятельностью.